Привет всем, друзья, с вами вновь я, Ник Тигер. Мы продолжаем прохождение Resident Evil 7. Сейчас нам нужно пройти в старый дом и применить ключ с вороной. Забрать руку, скорее всего. Потому что, как сказала приятельница наша Зойка, башка у нее где-то была. Мать мы загасили в прошлой серии. Загасили ножиком уже от отчаяния. Я думал, все-таки я не выживу. Но оказалось, что нет. Прошли с первого раза. Это очень даже неплохо на самом деле. Так, там у нас ключ со змеей. Ладно. Не туда побежал опять. Ну, всякое бывает. Так. Пройдем вот сюда. Блин, вот как тут можно было ошибиться? Да, вероятно, я сделал глупость, что еще в доме вот здесь вот тратил на нее свои боеприпасы. Ну, блин. Просто хотелось, чтобы она отвалила от меня. Так. Все готово. Кто там на рояле играет? Хватит. 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 Не надо так делать. Не делай этого. Так, а для чего эта фигурка? Я вот так и не понял, кстати. Просто фигурка, типа куклы. Может быть, но она просто не берется. Не берется, не берется, ладно. Так, применим сюда мастер фонарик. Откроется дверь. А что, просто вот просто так вот уравновесить нельзя было, да? Ой, блин. Крокодил. Крокодил. Ну вот, вот не надо вот фонарик, вот перестань, вот не надо вот. Куча игрушек. Такое ощущение, что это была детская. Ну, они говорили про Евелину. Вот-вот-вот начинается, вот кто-то кидается. Невидимый. А может кто-то просто очень быстрый. Вот. Моя семья нарисовала всех. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать людей. Знаем мы только батю, матю, за Лукаса и Мию, скорее всего. Ну там еще был список. А, да, неудивительно. С такими, блин, игрушками можно и свихнуться к такой-то матери. Потому что это просто что-то невозможное. Если дети будут играть такими игрушками, ну это просто ужас. Еще некоторые говорят, что вот... Опять этот звук мерзкий. Ну что там, блин, диарея у кого-то, что ли? Еще некоторые говорят, что вот такие вот игры, как Resident Evil, портят детскую психику. Да ни хрена подобного. Ничего подобного, даже близко. Вот. Посмотрите на вот это вот. Посмотрите на вот это вот и скажите, если ребенок будет играть вот такими вот игрушками... Ну ладно, медведь вот этот вот, он был... он, походу, блеванул, кстати. Причем чем-то черным. Отравился кока-колой, наверное, не знаю. Так. Здесь у нас тоже ничего нет. Нам нужно будет пройти. Ну вот я же говорю. Вот это вот детям психику и ломает. Да что такое? Прошу прощения. Так. Здесь. Something wrong with her. Неудивительно, что с ней что-то не так, с такими-то игрушками, ё-моё. Лучше бы ты войнушки бы играла. С пистолетами, с автоматами там всякими. Так. Так. Тут... Ну, вообще шикарно. Вот. Вот. Неудивительно. Я же говорю, что это абсолютно неудивительно, что у ребенка поломанная психика. С такими игрушками. Вот она теперь stay away. Комната у нее жуткая. Что это? Кто это? Пустой лист.
Ага, карта. Карта. Говорящая нам, что вот здесь есть тайный проход. Здесь мы видим нечто жуткое. Кучу человечков. Кучу всякого... всякой хрени. Типа подношения, что ли, гребаный сектант. И рука серии D. Вот ее мы и заберем. Да, мерзко, Итан, мерзко. Но ничего не поделаешь. Давай, забирай. Рука серии D. Вот и замечательно. Вы что, хотите сказать, что это все еще и живое было? Что это не кукла, что ли? Ах, какая мерзость. Ладно. Вот. Свалила. Сволочь. Мы же ботинок находили, вот она теперь тут бегает еще. Ё-моё. Вот теперь ты пошел нахрен. Да блин, сколько патронов у тебя надо? Отвали уже от меня. Блин, мазила. А я, чувак, промах. Ладно. Так. Ну сразу ты не сориентируешься ведь, правильно? Так. Вот тут вот куча вот этого дерьма, блин. Вот стопудовая сейчас вылезет какая-нибудь сволочь. А может две. Все, отстань. Блин, два патрона всего. Ё-моё, два патрона. Два патрона. Нам бы патронов бы побольше, и жизнь бы наладилась. Вот динозаврик. Динозаврик страшный, блин, да. В детской хотя бы надо свету бы побольше. Да блин! Охренеть можно. Просрал момент. Ну конечно. Все, успокойся, чувак. А чё, а птичек нету, что ли? Блин. Придется так жрать траву. Ё-моё. И жизнь ни хрена почти не восстановилась. Прискорбно, печально, досадно. И ничего ты с этим не поделаешь. Ну ладно. О, Зойка опять. Приятельница. Да нашел, нашел. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. В автоприцепе она будет меня ждать. Ну давай. Как бы не так. В автоприцепе она будет меня ждать. Хотя там есть телефон. Почему бы нет? Опять что-то подвисает малость. Ну да ладно. Ой, висяки какие. Ну что такое? Да загрузка какая-то мощная, что ли. Ну, нету тут нифига никакой Зойки. Только ее причиндалы вон висят и все. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! За Лукас. I decided that Zoe needed a time out. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? That's family business, Ethan, and not your concern. Understand?
Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little, activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you! Oh, come on now, don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. Да. Башка. Легавый ждет тебя в секционной в подвале, сука. Ну, допустим. Допустим. Вон он уже мутировать уже начал. Ладно. Допустим так. Пускай ждет. Закрою эту пакость. Сохранимся. Обязательно. Секционный в подвале. Опять повылезут там. Блин. Куча всего. А если мы туда не пойдем, то будет очень плохо. Потому что мы дальше не пройдем игру. Что-то я, по-моему, поторопился насчет ключа с вороной, потому что что-то, по-моему, зря я ее с собой взял. Ну да ладно. Уберем. Пока что уберем. Хорошо. Итак, что мы имеем? Мы имеем только горелку и патроны к ней. И больше ни хрена мы не имеем. Бабуля больше не появляется нигде. Печально. Очень печально. Так, тут у нас, по-моему, мы тут собрали уже все, что только можно. Да. Переходить там я не хочу, это долго, муторно. Проще здесь перебежать. Вот. Что это опять было? Хрень какая-то, блин. Так, ладно. Сохранимся еще раз. Сделаем сыворотку. Сохранимся еще раз. Прежде всего нужно забрать башку у этого урода за Лукаса. Так, стоп, нет. Срежем путь. Так, наверное, будет проще. Вот сейчас вот здесь вот я чувствую появится. А нет, не появится. Угу, вот ты где, бабуля. Что ты тут забыла в подвале, блин? Такая вся поднивали докусит. Ну-ну, как бы не так. Что тут? Все что-то завалено. А вот же он, коп, лежит. Нам надо просто обойти ее. Грабай, чё ты, ё-моё! Да блин! Сволочи. А вот, вот они, они очень подвижные на самом деле. Четвероногий плесневик. У этого врага мало здоровья, однако он быстро, ловко бегает на четвереньках, чтобы стрелять по нему, когда он замирает на достаточно долгое время. Учтем. Учтем, ладно. Так, жизнь у меня на два удара. Шикарно. Бабуля, уходи из подвала, оно тебе не надо.
Чё, всё? Свалил? Ну нафиг. Закроем двери на всякий случай. Ох, блин, мастера, блин, всё-таки. Мастера напугать. Внезапно всё это. Докажи, что ты настоящий мужик. Сунь руку в глотки этой свиньи. Трупное окоченение, его суставы уже... Чё? Застыли. Ну да. Как бы... Ну вот. Sorry, buddy. Ключ со змеей. Их можно оббежать, интересно. Вот и применим. Пошел нахрен. Мне, блин, один удар остался. А ты, блин, это... Блин, заблудился. Вот, вот так. Здесь пройдем. Сюда не пойдем. Сюда вернемся. И пройдем тут. Вот таким макаром. Ключ со змеей есть. Блин, пошел нахрен. Не нужен ты мне тут. Че, все равно что ли покажется? Нет, нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Чтоб потом не переигрывать снова этот мерзкий момент. Сохранимся быстренько. Так, а где у нас... Так, ключ со змеей. Он у нас нужен. Что это? Это отмычка, походу, это не то. Вот. Это кто? Это второй этаж. И еще ключ со змеей, по-моему, у нас есть на этом. Как он? В доме, где Матя была. Там под камином можно пролезть. Так, детская комната, главная спальня и склад. Вот отлично. Так. Сохранились или нет, не помню, еще раз. На всякий пожарный. Да, по-моему, сохранялись. Бывают иногда такие провалы в памяти, что что-то хочешь сказать, потом бах и забыл. И все. И полный П. Так, они, значит, у нас на втором этаже. Ё-моё, ну что ты вот? Зачем ты вот так вот делаешь, а? Ну, блин, у меня же только горелка осталась. Хватит плесневиков ко мне сюда засылать. Они меня достали. Так, а, ключ со змеей. Отлично. Потом здесь. Здесь да ни хрена. Блин, еще вот если бы кровь вот эта уходила бы с экрана, было бы намного лучше, кстати сказать. Ну да ладно. Нафиг закроем, чтобы это дерьмо не видеть. Так, а. Угу. Здесь. Значит. Где-то еще. Тоже, по-моему, на втором этаже. То есть детская комната. А с другой стороны, точно. Точно, 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 точно. С другой стороны. Ну, обойдем. Ой. Опять не сюда. Нет, будем держать открытой. Эту дверь будем держать открытой на всякий случай.
Так, по-моему... Ну, сгоняем сюда, ладно. Допустим. Может, тут что-нибудь найдем интересного? Сломано. Естественно, сломано. Как же не сломано-то? Кубок. Третье место, конкурс юных инженеров. Вот этот вот юный инженер, вот этот вот, он и чокнутый, сдвинутый на всю башку эпоксид. Есть. Отлично. Теперь вот так. Вот, теперь хорошо. И видно сразу лучше. Вот здесь, о, кнопочка. Кнопочка. Так. Здорово. Ложки, вилки. Ножей нет. Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Капает странная жидкость. Ну, в принципе, можно додуматься, что это. Ладно. Закрыл чувака сверху. Что такое с ней? Она как будто бы искажение какое-то. Ну да ладно. Так, гильзы для дробовика. Сейчас мы применим все это. Так, так, так. Отлично. Так, теперь здесь мы что найдем? С днем рождения кассету. Кстати, довольно мерзкая кассета на самом деле. Так, игрушечный топор. Джек Бейкер. По затемнению в центральном зале. И дробовик. Вот этот дробовик можно заменить на статуи на первом этаже. Значит, с какой целью? Чтобы он... Так, секундочку, сейчас подберем. Заменить на первом этаже. С какой целью? А, ведь есть... Короче говоря, есть такая штука, как, допустим... Что не получится? Ну, блин. А, во. Во, 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 во. Во, ништяк. Есть такая штука, что можно починить оружие. Если оружие починим, то все. То ништяк. Так. Это обычная видеокарта почему-то. С первого раза он ее не взял. Сильный эпоксидище. Тут, по-моему, больше ничего нету. Дробовик заменяем. Забираем сломанное ружье, двустволку. И можно будет потом починить. Есть такая штука здесь, что какое-то одно оружие можно починить. Вот мы нашли сломанный пистолет вначале. Можно починить его. Либо, допустим, можно починить ружье в данном случае. Блин. Че, неужели стрелять придется в тебя, а? Ладно. Есть. Так. Ладно, пройдем. Посмотрим. Так. Ружье, наверное, я чинить не буду. Скорее всего. Вот. Тут у нас сколько времени еще раз? 15 минут 11. Ну просто я не вижу особой надобности ружье чинить. Вот как ты сюда попала? Скажи мне, бабуля. Ружье чинить не будем, а вот... Ружье чинить не будем, а вот топор нам пригодится. Но я покажу, как его применить и где его применить.
Так, а. Что? Две ключ-карты? Это интересно даже. Это глюк игры такой, да? Две ключ-карты. Офигеть. Ладно, что мы можем сделать? Так, хорошо. Пускай будет гранатомет заряжен. Так. Потом кассету мы просмотрим чуть позже. Просто в первый раз, когда проходишь, это интересно, конечно, но там особо ничего хорошего не снято, если честно. Ну да ладно. Посмотреть мы ее посмотрим обязательно, но просто не сейчас. Так, тут опять плесневики. Плесневые плесневики. Блин. У меня нет патронов, чтобы тратить на вас, блин. Валите нафиг. Пускай с вами разбирается кто-нибудь, кто приедет сюда. Так, все, отлично. Ты кто? Это, по-моему, Джек. Да. Джек поступил в морскую пехоту. Травы. Бабуля, отвянь. Так. Отмычка? Ну, конечно. Так, тишина. Отмычку теперь мы сможем применить только, допустим, в то же время, что и на остальных часах. 15 минут 11. Блин. А, вот. Все, понял. Тогда вот так. Тут мы что-нибудь найдем? Тут вроде тоже много чего есть. Да ни хрена тут нету. Чертеж какого-то оружия. Гранатомет, конечно. Ценная фотография. Отлично. Найди, если сможешь. Ну, найдем. Я думаю, найдем. А почему бы нам не найти? Я даже примерно представляю, где это место, если честно. Примерно даже... Не то, что представляю, припоминаю. Так. Ага. Сейчас сюда попробуем пройти. Эй! Это бабуля там, что ли, распорядилась? Чтоб закрыли все. Ну ладно, хрен бы с ней. О, какой тайный ход. Офигеть можно. Да, особнячок не так прост, как кажется на первый взгляд. Ой, фу. Да. О, мой Бог. Что тут можно? Улучшенные пистолетные патроны. А здесь... А там ни хрена нету. Отперли это. Так, хорошо, допустим. Вот эта вот фотка, блин, она много места занимает. Выкинем ее. Да, давай. Потом, кстати, посмотрим, можно ли что-то сделать или нет. Сменим боеприпасы. Вот, хорошо. Блин, теперь... Надо пробежать. Все это, мягко говоря, не очень хорошо. Вот там плесневики уже беснуются. Блин, вот только сейчас вот не надо вот сюда целой толпой заходить, ладно? Просрал один патрон.
Ё-моё. Ну ладно. Ладно, не страшно. Самое главное, чтобы не догнали. Все, растворитесь. Рассоситесь, чуваки. Так, ага. Наверное, я все-таки хочу сделать небольшой эксперимент. Может быть, пройти снова в старый дом. И там уже... Хотя... Нет. Да, пройдем снова в старый дом. И там посмотрим. Значит, там тоже был ключ со змеей. Через камин вот ход небольшой. Чисто ради интереса разведаем. Потому что я, например, не помню, что там было. Посмотрим. Блин, отвял бы ты по-хорошему, слышь, за Лукас. Hey, buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No. You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Да, чуваку, походу, реально не с кем развлекаться, да? Придурок. Идиота кусок. Ну да ладно. Разберемся с ним сами. Ух ты, блин, какой ядреный. Куда они пропали-то? Капец. Ну ладно. Ладно. Так, у нас две травы есть. О, есть две травы, есть топор и есть кассета. Сейчас мы что сделаем? Лесневиков, блин, придется разнести. Как ни крути. Здесь они вообще не к месту. Покажитесь. Покажитесь, ублюдки. Где вы есть? Или где вы пить? Или где вы вообще? Ну, не хотите, как хотите. Неужели просрал? В молоко все улетело. Ё-моё! Есть. Загасил. Ладно, блин. Будем траву жрать. Что еще сделаешь? Блин, мышка, это очень неудобно. На джойстике, конечно, это было бы намного удобней. Ну ладно. Welcome to paradise. Добро пожаловать в рай. Да, конечно. Так, и синюю карточку. Есть, все. Так, теперь вот здесь. Сейчас покажу кое-что. Где-то здесь это было? Или может быть вот здесь? Я точно даже и не припомню. О! Не получается открыть. Ну да ладно, не страшно. Вот здесь. Берем топорище. Так. Ну что такое? Почему? Один, три, пять, семь, четыре. Или девять. Да перестань. Да брось. Да ты чё? Тут же 7 должно быть, ну. Да что ты? Серьезно? Блин. Капец. Да ты не должно так быть.
Давай еще раз. Есть. Ну так, все. Стабилизатор. Вот стабилизатор мы и используем. Есть. Отлично. Ну, перезарядка ускорилась. Здорово. Теперь вот выйти бы отсюда. Так, сейчас попробуем пройти снова к матиному дому. Там зайти надо будет вниз в камин, под камин, и поглядеть, что там за этой грёбаной дверью. Так, а. Вот тут. Тут, по-моему, ключ со змеей был, насколько я помню. Или что? Или. Стоп. Стоп, и все, что ли? Блин. Тут же где-то еще был ключ со змеей, или что я? Капец. Что-то я это промазал, по-моему, да? Причем так крепенько промазал, мощно так промазал. Ладно. Прошу прощения. Я почему-то думал, что тут тоже ключ со змеей, и он понадобится, и все будет ништяк. Оказалось, сейчас хрен тебе. Просто хрен тебе, и все. Ну и ладно. Не страшно. Вообще не вопрос. Хрень какая-то. Только зря время потратил, блин, туда ходил. Ладно, черт с ним. В принципе, не важно. Так. Угу. Так. Ладно, давайте посмотрим кассету. На этом, скорее всего, закончим. Мычка на всякий случай. Пускай тут будет. Кассету поглядим. И все. Так. Наркоманы чукнутые, блин. С днем рождения. Ну-ну. Звук из третьего резидента. Так, за Лукас ушел. Ладно. Заберем свечку. Покажу, как это пройти, чтобы по-быстрому. Тут мы видим шары воздушные. Здесь мы видим газовую плиту. Здесь мы видим газ. Наполняет. Ну, или воздух. Здесь мы видим закрытую дверь, которую можно переплавить. Сперва нам нужно пройти вот сюда. Свечка, естественно, тухнет. Мы видим тут замок. Сейчас нам надо пойти вот сюда вот.
вот так вот сделать. Из дерьма выловить грязную подзорную трубу, через которую мы сможем увидеть кое-что. Или вообще ни хрена не увидеть. Да. Ее надо помыть сперва. Вот таким образом. Через дерьмо ни хера не видать. Так, теперь снова берем. Вот. Значит, висельник, ворона и зародыш. Или эмбрион. Висельник, ворона и зародыш. Или эмбрион. Так, висельник. Ворона на колоколе. И зародыш. Есть. Тут мы что видим? Соломенную куклу. Да хорош там поливать меня. Свечку зажгем сперва. И подожжем соломенную куклу. Получим палец куклы. Палец куклы мы применим вот сюда. Так. Теперь. Воды тут нет, естественно. Теперь попробуем поджечь вот эту штуку. Все. Тут можете получить удовольствие, полопать шарики. Но прежде всего нам надо вот к этой, конечно, дверь. Ой. Вот к этой хэппи. Без пароля открыть будет сложно. Here. Здесь вентиль. Там у нас забираем эту штуку. Заводной ключ, масло потекло. Ну, это уже все, это уже начало конца. Так. Здесь берем обратно свечку. Заводим вот этого чебураса. Здесь у нас, кстати, по-моему, шарики придется все-таки полопать, потому что тут вот воздушный шарик. Я помню, что там что-то было. Воздушный шарик сейчас надуется, там иголки, гвозди, Лукас, блин, пилы насмотрелся. Придурок, блин. Это и есть пароль. Вот сюда. Ой. Откроем. Вентиль заберем. Теперь вырубим
здесь вот воду. Сами понимаете, все это глобальная просто обманка. Естественно. Зажигаем снова. И все. А масло-то текло. Это абсолютно бесполезно теперь. И вентиль не открыть. И дверь закрыта. Вот и все. Ублюдок. Заранее. Проигрышные игры. Просто для того, чтобы он, садюга, чокнутый. Как-то так. Просто жутко. Не по себе становится вообще. Да ладно тебе, грузись быстрее. Да перестой. Ну грузись быстрее, давай. Ну такой вот Лукас, ублюдок. Но мы знаем уже, поэтому мы сможем все сделать. Сможем все сделать и сможем его проучить. Самое главное, что мы знаем все пароли. А пароли — это главное. У него же не хватило мозгов, у этого придурка, за Лукаса, сменить пароль. Не хватило. Ну и все. Вот и все. Вот и весь прикол. Ладно, пойдем на вечеринку в следующей серии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Ник Тигр. До следующих встреч, друзья.